Всем большой привет, меня зовут Диана, и сегодня я хочу показать вам новинки, которые у меня появились в октябре. Я очень надеюсь, что это видео вам понравится. Будет также стилизация в образах в том формате, в котором вам нравится. Давайте начинать. И первое, чем мне хочется с вами поделиться, это свитшот такого формата гипер-оверсайз, который собрал уже немало противоречивых отзывов у меня в Инстаграм и под последним видео. Но лично про себя могу сказать, что этот свитшот стал таким исключительным фаворитом этой осени. Он как мягкое невесомое облачко. Более того, здесь содержится слой таким мягким начесом, который делает ношение этого свитшота очень комфортным и приятным. Но самое главное, что здесь особенное внимание уделено именно деталям. И мне очень гармонично показалась эта композиция из деталей, например, двойной шов, аккуратный вырез лодочкой, такое встретишь очень редко. Ну и самое главное, это минималистичная надпись бренда. Ну и если вы не знаете этот бренд, то это Zenwear, это белорусский отечественный бренд, который создает коллекцию в стиле минимализма. И самое главное, что этот бренд выступает за сознательность и эстетику ума. Это значит, что вы можете внедрить абсолютно простые, красивые, лаконичные вещи в свой гардероб, но при этом чувствовать себя совершенно комфортно и, самое главное, стильно. Ну, это как раз про мою эстетику и про мой подход к тому, как я собираю гардероб. И мне кажется, что именно благодаря вот этой уникальной форме данного свитшота, это модель Dakota, он становится таким главным акцентом образа, и вам особо больше деталей не нужно добавлять. Я лишь взяла более облегающий мам джинс из Pull&Bear для того, чтобы поиграть с объемами, и свои кроссовки от Puma. Ну а теперь хочу перейти с вами к не менее долгожданной покупке этого месяца. Это Карл Лагерфельд, высокие кожаные кроссовки. На самом деле неоднозначный выбор для меня. Кто смотрит меня давно, знает, что я люблю простые базовые вещи, очень спокойные. Ну а в этих кроссовках такая яркая, активная, насыщенная нашивка и плюс надписи с обеих сторон кроссовка. Это так на меня не похоже. Но мне показалось, что это будет классный такой завершающий штрих, который может сделать интересным или более динамичным абсолютно любой образ, даже самый скромный и простой. И еще мне понравилось, что помимо того, что здесь натуральная кожа, внутренняя часть кроссовка сделано с помощью махрового такого утеплителя и действительно комфортно очень ноге. Кстати, сама стелька, она тоже обладает такой мягкостью, и в них приятно шагать. Еще из особенностей этих кроссовок хочется отметить их необычный мыс. Он такой полузакругленный и напоминает какую-то ретро-стилистику. В общем, смотреть на них необычно после классических белых кроссовок любой фирмы. Ну и что самое главное, мне очень хочется сочетать такие необычные между собой вещи, добавляя совершенно классические брюки, либо делать другие акценты. Это шерстяные брюки бренда Endaza Stories, и несмотря на то, что это просто самая настоящая классика, они отлично вписались в образ. А вот еле заметные надписи на кроссовках, которые будут видны только при динамике, при движении, они наоборот завершают этот образ, делая его полным и законченным. Ну а следующей вещью, которую я очень вам хочу показать, стал подаренный брендом Miles Carter рюкзак, о котором я очень давно мечтал. Почему я говорю, что очень давно? Изначально вместо спортивного рюкзака, который я вам демонстрировала, я хотела взять вот именно такой, с полированной гладкой кожей. Я ее безумно люблю, я считаю, что это самая красивая кожа, которая только может быть. Но, к сожалению, Miles Carter выпускает свои аксессуары в ограниченном количестве, и я просто не успела его забрать. Они закончились, но спасибо бренду за то, что они решили повторить эту модель. Я действительно считаю, что это самая акцентная, даже не сумка, вот именно рюкзак, который подойдет абсолютно всем.
В отличие от спортивных рюкзаков и пористой кожи, вот этот вот малыш, он имеет структурную форму, которая всегда выигрышно выглядит абсолютно в любых аутфитах, даже если вы используете классические детали. А еще я не побоюсь этого слова, он действительно выглядит дорого и может стать классным таким спутником, в особенности в осенних и зимних луках, когда не очень удобно держать маленькие сумки, которые нам были привычны летом. И, наверное, по этой причине мне очень нравится тот образ, который получился. Он, с одной стороны, как всегда, простой абсолютно, но при этом вот эти вот акцентные детали делают его действительно хорошим, спокойным. Его можно повторять и носить просто ежедневно. При этом вы выглядите стильно, несмотря на то, что на вас обычные базовые вещи. Но благодаря формам, благодаря объемам и каким-то особенным деталям, как же без этого, он действительно выглядит достойным для кэжуальной городской жизни. Это на мой взгляд. Ну и мы плавно с вами переходим к следующему образу. Он будет Total Black Look. Я тоже очень люблю Total Black, особенно зимой. И хочу вам показать черные джинсы от ZNWear. И их особенность я вам продемонстрирую чуть позже. Следующая пойдет, это водолазка от ASOS из мужского отдела, и она выполнена на 100% из мериносовой шерсти. Обязательно заглядывайте в мужские отделы, там много всего интересного. Ну и также значимым приобретением этого месяца стало колье, о котором я думала очень давно. Хочу вам показать свои старые украшения из этой коллекции Amalfi, если я не ошибаюсь. Это серебро с позолотой. Вот этим сережкам, например, 4 года они все ждали своего союзника в виде колье. Я очень люблю звериную тематику, мне это напоминает итальянский стиль. Кстати говоря, вот украшения у меня эти очень давно, и выглядят они так, будто были куплены вчера. И это очень здорово, потому что единственный раз вы вложились, а потом вы наслаждаетесь этой покупкой. Не чернеет, не темнеет это серебро. Браслет тоже из звериной тематики, я вам его показывала недавно. И вот это колье, это стало завершающим штрихом, потому что я очень люблю настолько яркие, массивные акценты в виде золотых украшений, которые вот абсолютно спокойные, такие же скромные луки делают ярким. При этом не выглядит все аляписто и вычурно, опять же, на мой взгляд. Ну, у меня для вас, как всегда, есть дополнительный промокод от Sunlight. Вы можете им воспользоваться, чтобы получить дополнительно 5% скидки на абсолютно любой заказ. Возможно, вы, как и я, хотели что-то себе там приобрести. Итак, я обещала вам чуть поближе показать эти замечательные джинсы от ZNWear. Что здесь важно? Это также детали. Мало того, что даже на лейблах вы найдете интересные аффирмации, но здесь по-другому скроены карманы. Они идут по диагонали, что делает талию визуально уже, а сзади вы имеете корсетные вставки и чуть заниженные карманы, которые создают эффект очень тонкой талии. Я знаю, что не для всех важны подобные детали, кто-то выбирает классический формат джинс, и он тоже будет прав, но здесь мне как раз это и сыграло на руку, потому что у меня есть такие особенности фигуры, которые джинсы эти скрывают и наоборот подчеркивают достоинство. Ну и тот факт, что это широкие брючины, которые очень актуальны сейчас, да еще в моем любимом черном цвете, ну они просто как находка этого месяца. Как, впрочем, и находкой стала вот эта вот сумочка от Kurt Geiger. Если я неправильно сказала, обязательно меня поправьте. Это натуральная кожа, английский бренд. И качество исполнения – это просто нечто. Такие сумочки вы можете найти на Matches Fashion, Farfetch или купить на официальном сайте. И мне кажется, что это отличный аналог, скажем, сумкам в стиле Yves Saint Laurent или Chanel, если вы давно мечтали о такой классической малышке, но при этом стоимость ее намного-намного ниже, а качество
наоборот, очень высокая. При этом вам не придется покупать, скажем, классическую сумку из Зары, но из искусственной кожи. Все-таки это хорошая инвестиция в ваш гардероб. Ну вот и в целом этот образ мне кажется завершенным именно благодаря золотым акцентам и вот этому колье в итальянском стиле. Я не знаю почему, но мне подобные украшения напоминают именно итальянский стиль. Я вспоминаю Арнелло Мути, и мне кажется, что вот такой образ я в нем могла бы ходить хоть каждый день. Ну и также мне хочется отметить, что если вам понравились вещи бренда Zenwear, то у меня есть промокод, который даст вам дополнительную скидку на вещи очень высокого качества, которые будут носиться очень долго, уже мной проверено. Кстати говоря, о длине брюк. До сих пор не могу решиться на то, какую длину у брюк оставить. Настолько мне нравится вот эта драпировка, которая спускается по полу вниз. Я прекрасно понимаю, что наше зимнее время не дает нам возможности носить настолько длинные брюки, но мне хочется поиграться, и если что, я их потом отрежу. Ну а мы с вами подходим к последнему образу, я вам покажу вещи и тоже компоновку. И это, да, это Shein, так странно, что вещи настолько бюджетные попали в этот ролик, но я хочу похвалить, как всегда, некоторые особенные вещи этой марки, потому что, во-первых, отличный состав, вискоза, разбавленная нейлоном и небольшим количеством синтетики. Ну и, конечно, стилистика самой вещи. Эти черные полоски, этот воротник в стиле поло. Они выглядят, скажем, не на свой бюджет, не на то, сколько стоит. Но а тактильные ощущения, тактильно приятные от этой вещи, это, конечно, такой дополнительный, но очень важный бонус. А мне просто хотелось в очередной раз вам показать, что достаточно простые, спокойные, лаконичные вещи могут стать базой для стильных луков. Естественно, в стилистике минимализма, но, в принципе, от меня от другого ожидать было бы сложно. Ну и самое главное, что в таком образе можно ходить и на деловые встречи, и на работу, и гулять с ребенком, и при этом чувствовать себя абсолютно комфортно. Ну, на этом сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравился и формат, и вещи в этом видео. Очень хочу с вами попрощаться совсем ненадолго. Надеюсь, на скорой встрече. Ваша Диана. Всем пока! И да, забыла еще сказать, что если вы не подписаны на мой инстаграм, обязательно это сделайте, потому что там я делаю распаковки намного быстрее и показываю все это чаще и раньше. Поэтому жду вас еще и там.